Здорово, народ, с вами снова Любопыт, и сегодня я буду уже сбегать от бабки с деткой на лодке. То есть просто уплыву от них. Как всегда, играю пока что на уровне сложности изи. Кто в здравом смысле будет на экстриме играть? Для этого надо сначала тренироваться. Чтоб не говорили, фу, мешок. На изи только играешь. Я уже в Legendary на максимальном уровне сложности играл. И то я, прежде чем максимальный уровень сложности поставить, я сначала этот... Два раза на минимальном эту игру прошел. Так, у нас тут ломик сразу. Это круто. Самое главное, чтобы этот кто-нибудь не залез. Дед или бабка, чтобы не залезли, главное, ко мне. Так, ну тут у нас, как всегда, шокер на первом месте. О, уже и дед приперся. Я ж говорил. А вслед за ним бабулька. Вон она мчится. Своей битой. Получи. Так, шокер выбрасываю. И отправляюсь дальше. Так, тут у нас этот гаджет лежит. Так. О, ключ от лодки. Он нам пригодится, но не сейчас. Так, посмотрим, что у нас здесь. Откроем сразу вот этот вот проход. Там, где у нас лежит дробаш, заглянем в часы, в которых пусто. Оказалось, снова в этом шкафу тоже пусто. А здесь у нас что? Здесь тоже ничего нет. В этом шкафу тоже. Да в этих шкафах в основном нет ничего. Они потому что нужны для того, чтобы в них прятаться. Здесь пусто. Так, это колесо мне не нужно. Так, и во всех ящиках пусто. Зашибись, даже здесь. Так, как всегда, пусто. О, ключ от дробовика. Вот уже хоть что-то нашел. Так, о! Ключ от засова, он мне тоже нужен. Только надо аккуратно идти. Сейчас уже, может быть, бабка с дедом возродились. Так. Ну-ка. Опа. Открыли, нажали на рычаг и убрали решетку. А то как же мы уплывем-то? Так, сразу готовлю шокер. Что-то не слышно стариков. Но они уже точно возродились. О, вот и первый. А вот и вторая, блин! А я не успел схватить шокер. Ну ничего, сейчас мы тут погоняем эту тупую бабку. Опа, а я не заметил, что там есть руль от лодки. Вон она тут. Она уходит. А мы ее сейчас... Опа! Так, пока дед тут... Ай! Блин, ну вот, я ключ просрал. Блин. Ладно, потом его возьму. Так, где там... Руль-то от лодки углядел, вот он. Ну, я не знаю, как его называть, руль или штурвал.
Просто, по идее, штурвалы, они вроде как на больших кораблях. Или на маленьких лодках тоже штурвалы. Так. Ставлю его на место. И мне нужна еще свечка зажигания и бензин. Погнали их искать. Бензин очень часто, я знаю, вот здесь лежит. Да, и он здесь лежит вновь. Супер. Пойдем же заправим лодку. Но пока вроде все легко получается, я ни разу не проиграл. Еще. Кстати... То в прошлый раз я целых 3 раза слился. Так, ну давай, давай, давай. Все, лодочку мы заправили. Слышу шаги. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин-блин-блин, дед. Старый мухомор. Тьфу ты. Хоть игра и не шибко страшная, меня этот дед все равно напугал. Блин, очень часто я оговариваюсь, вы меня простите уж. Че он там замычал? Так. Блин, ну ты... Неудачно тут. Упал. Как я у тебя ключ-то заберу? И где бабулька? О, вот ты где. Так, получи. А я заберу у тебя ключ, пока ты тут не растворился. Мне нужен этот ключ. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. А тут у нас ничего нет. Так, но прежде чем отправляться наверх, давайте здесь еще поищем. Может, что-нибудь найдем. О, ключ от сейфа. Давайте сейф откроем. Стоять. Прежде чем это делать, дай-ка гляну сюда. Не видно абсолютно, что там лежит. Но обязательно я туда взгляну. Так. О! Как раз свечка зажигания. Вот это вот мне повезло. Так, ну все, сейчас мы ее поставим на лодку. И вернемся за ключиком. Оба. И где там мой ключ? А, вспомнил где. Он вот здесь. Прощай, бабуля, прощай, дедуля. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Так. Старт. И мы уплываем, и вон они меня провожают, так сказать. Ты от нас смотался, гад такой. И опять та же музыка была, как в прошлый раз. Ладно. Ролик на этом подходит к концу. Если он вам понравился, то, разумеется, ставьте лайки. До скорой встречи!